Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я буду слушать Джарахова, его новый трек «Рок-н-рофл». Что хочу сказать, Джарахов, он всегда такой веселый, положительный, позитивный. Но были у него там моменты более спокойные. Ну, мы сейчас про его музыку, да, про то, что он иногда поет. Я знаю, что он блогер, да. Но вот в данный момент я про его музыку, что несмотря на то, что она такая какая-то спокойная, он всегда вызывает положительные эмоции. И видно, что у него там все кипит в душе, и он хочет, ему хочется поржать. Ну вот, сейчас давайте посмотрим, что он там новое сотворил. Лайфстайл, рок-н-рофл, обитаем где угодно. От новокузнецких подъездов до VIP-ложек, комфортных и в то. Да, мы делаем деньги, но деньги не делают нас богаче. Скину на карту маме с папой и себе сдам сдачу. А как все начиналось, вспомни, я покидаю дом и еду в незнакомый город. Пара футболок, рваная кофта, уколы, иголки и старый глюкометр в кармане, перекати поле. Но в меня верит аудитория, знает ведь бро, я богаче любого. Я слышал это от многих типов. Клипы нормас, но все-таки это все не хип-хоп. Этот блогер смешной бейсболки, он просто позер клоун. Окей, зацени мой блогерский флоу. Мы порвотили хит, мы порвотили хоп. Весь твой любимый рэп, это мой видео. Хорошо читает, кстати. Мы стояли в очереди за хитом, они много говорят, говорили мне о поп. Типа я не подошел, говорит, ты мини-бро, не бери микро. Иди веди видеоблог, но я перечитываю половину рэперов. И мы снова пьем, пьем, пьем. Гуляем ночью, спим днем, днем, днем. Один большой сон, сон, сон. Это сладкая ночь, ом, ом, ом. И мы снова пьем, пьем, пьем. Гуляем ночью, спим днем, днем. Все остальное не так страшно. С ножом это было ужасно. Сладкая ночь, ом, ом, ом. Ловлю в покебол, ловлю в покебол. День идет за днем, я ловлю в покебол. Ловлю в покебол, ловлю в покебол. Эти чувства, эмоции, ловлю в покебол. Это такое, знаете, вот искусство, оно настолько многогранно в плане того, что люди поют, вот он вроде как бы повторяет все свои, свой репертуар, да, как бы вспоминает и рассказывает о том, как он рос и поднимался. Ну, здорово получилось, правда? И пью алкоголь, я снова вновь. Хотим играть роли кого-то еще. Бонусы на... Но я не все слушал, кстати. Ведь на мир, кто бы нас бы научил. Не через розовые верочки. Нас ждет game over, game over, game over, game. Нас ждет game over, game over, game. Я сожгу свой DeLorean, dead, DeLorean, dead, DeLorean. Просто закрывай глаза, dead, DeLorean, dead, dead, DeLorean, dead. Жечь эти мысли дотла. В покое, оставь меня в покое, в покое, в покое. Не приходи сегодня, я просто не открою. Пусть это паранойя, давно я в покое. Оставь меня в покое, в покое, в покое. Я
Оставь меня в покое, в покое, в покое. Не приходи сегодня, я просто не открою. Пусть это паранойя, давно я в покое. И до каждый странный день, но так много помех. Но я последним пальцем тут пересчитал их всех. Хоть не шарю в математике, явно не из тех, кто может показать тебе тут правильный пример. Но я больше не боюсь своих ошибок, учти. Ведь я помню, что у страха большие зрачки. Так что не теряй себя среди бюрократии и бухгалтерии. Будь уверен, слышишь? Будь уверен. Супер пенис, гипер дилдо, член всем членам, мега писька. Огромная, 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 огромная лда. Огромная, 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 огромная лда. Это мой лда. Хорошо, что это не слушала. Знаете, что заметила, наверное, все более-менее популярные рэперы, уже я его тоже там назову так, да, прошли через вот то, что надо обязательно про свои причиндалы спеть или изобразить, как это он в действии, а иначе это вот не круто, обязательно все через это проходят, а потом вырастают. Ну вот, знаете, ну как бы все равно интересно получилось, я не знаю, может быть, ну так вот, если подумать, может там ничего хорошего-то и не было, да, а вот, но когда люди такие веселые, положительные эмоции вызывают, и когда такой вот человек на позитиве, он сразу как-то располагает к себе, и ты уже не так относишься к нему, как к другим. А как-то уже прощаешь ему там всякие вот эти его глупые шутки и так далее и тому подобное. Вот. Вопрос в другом. А почему он решил вот именно это все исполнить? Не с целью же, что ему больше не о чем было петь, да? А скорее всего это была цель такая подвести какой-то итог, черту и идти дальше. И возможно, что дальше что-то будет совсем другое. Думаю, что это был вот какой-то итог, ну, который мы все вместе с ним посмотрели, сделали выводы, и надеюсь, что дальше он нас будет радовать чем-нибудь новым, а может быть и хорошо забытым старым. Всем пока!